получше. А твой-то что? Я не для мальчика был. Ты чего, он мелкий? Ну да, ты для него старуха. Что, старуха? Набережная реки Фонтанки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – площадь Репина. Присаживайтесь. Нет, спасибо, я уже выхожу. Встретились? Да, я тут часто езжу. А куда? К отцу. Он совсем один. Ты что тут делаешь? Чего смотришь, придурок? Идем! Со мной идем! Он изменился! И никогда не меняются! Я все равно уеду к нему! Никогда! Стой! Подожди! Отпусти! Я только извинился, я не знал, что ты... Билет! Не трогай ее! Вали отсюда! Ха! Ты же брат мой! Помнишь, как ты меня на руках тащил, когда я ногу подвернула? И утешал, и говорил, что я тебя никогда не брошу! Никогда! Ты же брат мой! Поступай, как знаешь. Ну, что теперь будет с твоим отцом? Его освободили. У него есть шанс начать все сначала. Но ведь ты уезжаешь вместе с ним. У тебя и билет есть. Отцу разрешили остаться в городе. У него же здесь семья.